спасибо большое, Томми Ломса, главный тренер команды Салават Юлаев. Томми, поздравляю с победой. Остались ли довольны сегодняшней игрой? Congrats on the winning. Are you satisfied with this game today? Hard game. It's always like we won first road game, three road games, and like we were a little bit nervous today when we started first 20, but then really strong second period for us and two goals. That was a good hockey for us, and then we came back to third and we lost our style a little bit. We lost our game and we gave momentum for opponent, and then we had our times. Да, немножко сегодня перед игрой нервничали, потому что это одержали три победы в гостях, а сегодня первый матч играли дома. В первом периоде немножко не получалась игра, позволяли сопернику действовать лучше, чем мы. Потом, однако, во втором периоде мы стали агрессивнее действовать, все стало получаться по нашему плану, забили два гола. В третьем немножко снова соперник стал получать моменты, однако мы, я считаю, что уверенно игру до победы довели и одержали победу. Впервые в сезоне начинали в роли догоняющих. Что говорили после первого периода? What do you say after first period in a locker room? I say that just calm down, boys. That we are nervous now, and during the first one we didn't play our hockey, and just calm down and try to get those pieces what we need to play winning hockey. And I think we did this today. Я попросил парней лишь только успокоиться, потому что в первом периоде игра немножко не получалась, и я думаю, что как раз-таки это во втором периоде что демонстрировали, стали чуть играть спокойнее и стали играть наш хоккей, и это все принесло результат. Спасибо большое. Итоги встречи подводил Томми Ламса.